Вы на игровом канале Bullets Union. Мы продолжаем проходить вторую часть Assassin's Creed. И сегодня мы, как вы понимаете, дальше занимаемся нашей сюжетной линией. Только вопрос. Отправиться на особые воспоминания или восстановление? Давайте на особые воспоминания сходим. Я думаю, это к сюжету имеет отношение. Я даже предполагаю, к чему это должно относиться. Да. Именно к нашей старой знакомой. Вот это, по-моему, она и есть. А, ну да, я пришел на сюжет. Ну, какая разница. Значит, допу будем проходить. Так. Кто к нам пожаловал? Мадонна. Я сразу поняла, что в тебе что-то есть. Но что ты ассасин? Проводите Катерину и Микиавелли до Форли. Пойдем. Пойдем же, дорогой. Тебе понравится Форли. Пушки в нашей цитадели исправно служат уже сотню лет. Здесь артефакт будет в безопасности. Простите, но я никогда не слышал, чтобы городом правила женщина. Я просто поражен. Ну, раньше, конечно, им правил мой муж. Он умер. О, простите. Это я заказала его. О. Мы узнали, что Джероламо Риарио служил тамплиером. Составлял для них карту, отмечая местонахождение страниц кодекса. Да что скрывать, я вообще не любил эту сволочь. Он был скверным отцом, плохим любовником, да и вообще занудой. Смотри. О, нет. А куда они побежали? Что случилось? Кипиш какой-то. Кому по щам надавать? Не трогайте меня, пожалуйста! Постой! Что происходит? Сеньор, они появились, как только вы ушли со стены. На город напали. Что? Кто напал? Братья Орси, сеньора. Ах, чтоб меня... Кто такие Орси? Все негодяи, которых я нанимала, чтобы убить мужа. Это дело рук испанца. У самих Орси на это не хватило бы ума. Как он узнал, куда мы повезем яблоко? Мы решили это совсем недавно. Потому что они пришли не за яблоком, Эцо, а за картой Риарио. Черт бы побрал твою карту, Николо! Там мои дети! Тысячи чертей! Жесткая женщина. Куда бежать? Если покажете... Мне нужен жирный. Эколо! Он вон там! Пощадите! Пожалуйста, не трогайте так. Меня! Второй слой. Третий. Так. Чё там, обороняться решил? Да у меня меч Эльтаира. Ты можешь обороняться только минут две. А? Красиво делаю? Куда бежать? К стене просто. Ну, если нас попросят, в общем, уехать из города раньше, то мы сначала... Эти подонки уже внутри! Предатели! Может, там есть другой вход? Дай-ка подумать. Возможно, есть. Под западной стеной проходит старый туннель. Бене, я скоро вернусь. Ну как эй, скоро? Вы? Да, я к вам обращаюсь, трусливые дворняжки. Вы вторглись в мой город, в мой дом. И вы думаете, я буду смотреть на это? Нет, уж я вам яйца оторву. Вы разговор слышите, да, я думаю? Она им просто угрожает, стоит под стеной и угрожает расправой. Нормально. Давай плыви быстрее, су. Так, один бьет. А нет, двоих мне бить не надо. А здесь типа у нас можно так за один удар их убивать, да? Пускай вот он, за ним! За кем? Погоди.
Мне сказали под стеной. Надо подумать. Там где-то? А, стоп. Вот это вот очень интересно выглядит, как будто здесь надо пробежать. Ну, логично. И нырнем. Дикая сила лучше. Я особо драться не буду, не вижу этого смысла. А тебе вообще по барабану, да? И тебе тоже. Вы красавцы. Всем мне по барабану, слава богу. Все заняты. Альбидерчик пёс. Пёс. Я это запомню. Тебе бы хотелось на них поглядеть, стоп, да? Стоп, наверху, что ли? Потрогать, потискать, полизать, да? Ну так подойди, докажи, что ты мужчина. Я так дам тебе по яйцам, что они у тебя из ноздрей выскочат. Скоро грязных стоп. Убирайте в кровь. Я прикажу вас всех посадить на колья на стенах хлебочки. Может быть, вы поэтому не уходите? Не ставьте, чтобы вам сзади стволотнули плен. Лизай немедленно, куда это ты собрался? Боже, не ладья. Вы все равно не мужчины. Я извиняюсь, я замолчал, но просто ее разговор это шедевр. Это весело, капец. Она им так угрожает, так изобретательно. Красиво. Это они сами остановили, я ничего не трогал. Телохранитель, доберитесь вместе с Макиавелли и Катериной до Рока ди Равальдино, крепости Катерины. Ора! Подходите, друзья мои! Ладно, давай помогу. Я только что слышу ударил. Ну, с первой попытки у нас все равно не получилось. Я думаю, я первую попытку, может, и вырежу тогда. Посмотрим. Вперед! Бей его! Так, я добегу вперед до того, как они всех загрели. Так. Все? По слухам, это наемники гасконцы. Будьте осторожны. Приносите им вино или совершайте переходы в час трапезы. Ладно, бежим. Внимание! Я сразу нападу. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане или еще где? Стоп, они убежали, да? Ну, недалеко. Тебя подарят на вертеле, как поросенка. А я тебя изнасилую. Должно быть. Давайте попадем. Стоп. Вы серьезно? Заспамить его. Но я просто царь-убийц какой-то.
Ну, сейчас опять Катьку убьют. Я тебя заспамлю. Ну, серьезно. Что ты можешь против меня сделать? Это без меня. Правильно так, иди отсюда, говорит. Ты, мать, ты чё? Какая ужасная судьба. Свинтельнулся, да, куда-то? Оура! Эккола, быстрее! Это я красиво сделал. Я первый лучше сбегу сразу сюда, я знаю жукона много. Одного убью, второй здесь. Четверо. Пятеро. Я сразу же уйду. Шестеро. Сначала скоро у тебя будет отличное занятие. В тебя будут швырять камни. У меня есть то, что вам нужно. Восемь. Может, в чулане или еще где? Да, давай заставим. Девять. Все, девять человек. Еще один мертвяк. Что-то их стало многовато. Свидетели есть? Проклятие. Открой дверь. Открой дверь. Престо. Что здесь произошло? Ловушка. Вообще пофиг. Если нарушаешь закон, будь готов понести наказание. Десять. Один. Двенадцать. 13. 14. 15 умер просто от взгляда. Ой. Это, Никола, сюда. У меня лучшие товары из металла. Быстрее. Пойдем, пойдем. Мои дети. Вон туда. Ну где же Бьянка и Октавиан? Простите, сеньора, когда все это началось, они играли на улице. Я не знаю, где они. Скоро пришли подкрепления! Они штурмуют цитадель! Эцио, не дай этим ублюдкам прорваться! За мной! Что делать-то? Оборона крепость. Защитить крепость от всех врагов. А можно мне отдать? Да иди ты нафиг, просто. Вот понимаете, я бы сейчас камеру не отдавал. Ну и чего? Пистолет, кстати, не подсказывает. Это интересная мысль. Что-то они стали больно. Ах да, ты еще ты. Так, я не понял. А, потому что у нас нейро активируется. Да, я кнопочку перебуду. Го стрелять. Слава мне, победителю великого ассасина! Далеко он не уйдет! Сейчас стреляет. Бежать некуда, кретин! Врачу! Он там, вперед! Отстанет! А, черт! Я его не вижу! Я видел его! Вот. Ах ты, ты! Там! Кинжальчиком подберемся. Ладно, я больно урод просто.
что ты здесь делаешь? А потом ты собираешься глотать мечи? Потрясающе! Ты вообще нормальный человек? Если хочешь, что, кролик упражняйся с моим клинком. А? Ты все понял, да? Ты дебил? В следующий раз мы бросим тебя на корм рыбам. Капитан? Я только что помог им не сдохнуть, и они меня сейчас пытаются отмудохать. Ну вот, ну серьезно? Давайте дальше на миссию. А вход где-то, видимо, наверху, да? Зря я словил. Он точно убьется! А! Да какое мне дело до этих подонков? Ну, я не знаю, как на них реагировать, они какие-то неадекватные, то есть... Они уже пять раз забыли, что происходило, походу. Привет, Катюха. Катерина! Катька. Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы, должно быть, братья Орси. Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам! Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых! Если вдруг передумаешь, что они будут в деревне, за городом, у тебя ровно час. Катерина, нет. Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми. Никто и никем не жертвует. Верни их мне, Эцио. Си, положись на меня. Яблоко должно остаться в крепости. Охраняй его. Крестный отец, спасите детей, Катерина. Мне кажется, сейчас мы обзаведемся своим детьми таким путем. Нам дали 10 минут. Еще один кретин с юга. Заметьте, известность мы понизить не можем. Так, стоп. Далеко, что ли, здесь? Ну так. Давай взял бы здесь нам правее. Бежал бы подальше, чтоб они вместе меня отрубили. Снова не уплатила десятину римскому папе! Я пока что не понимаю, лимит в 10 минут, потому что явно все можно сделать быстрее. Или я чего-то не вижу. То есть почти 100% я мог там сзади еще спуститься со стены. 9 минут. Так, осталось 10 минут, я выбежал. Я еще ни разу ни с кем не дрался. Дальше что? Ты когда-нибудь видел его? Ты когда-нибудь видел его? Проблем в том, что их найти будет, да? Вот смотрите, давайте логически мыслить. Здесь единственное место, где есть стражник наверху. Знаешь, он что-то охраняет, логично. Я убью! Вот он, ты не уйдешь! Люди, какая глупость! Всем же вам не хватит! Моя мама страшна в небе! Мы женщины из рода Сфорца! Все такие! Я да, вижу его! Вот так! Во внешность обманчива! Можете хоть у папы моего спросить! Отпусти!
Вы вот просто речь это не... Вы же не думаете, что я вас боюсь? Если так, то вы жестоко ошибаетесь. Моя мама не даст меня в обиду. Если вы пальцем тронете моего братика, мама поймает вас и голову оторвет. Понятно? Так, ладно, девчонку я нашел, но это логично. Это просто нелепо. Вы же все погибнете, а я через час уже буду дома. Так что вы зря тратите время. Это просто красиво сделал. Вы умрете, а вам что, хочет заняться нечем? Блин. Давай, давай, надо бежать! Я вот почти вон. Девчонь. Спасибо, спасибо, мисс Эр. Но мой брат Октавиан, они держат его на маяке. На маяке. Вот теперь, походу, 7 минут понятно. Оставшуюся. А видимо, на самом верху еще. Они сейчас здесь куча будет и... Да нет, 6 минут все равно. Я не хочу с вами драться. Да-да-да, я стороной бегу. Неинтересно. Там вон у вас и так будет, мне кажется, гора просто. Там мы подеремся. Нет, интересно, я успею сюжет этой игры закончить до нового? Нужно рассмотреть его получше. Я его видел. Это лицо мне знакомо. Нет, мы не знаем. Отдай заходом нож! Я нашел его! Мама, помоги! Здесь какой-то маха сейчас будет. Я четвертую тебя! Медленно! Покажи! Отдай яблоко и карты, твой малыш старик коллег! Отпустите меня в дождь! Нет! Ты чё, парень? Нужно пописать! Ну, один раз я получил, зато... Ладжу! Там, там! У меня есть ощущение, что он мудак. Ну так. То есть, понимаете, он только что от меня упрыгал. Нет, ну, вообще, поступок-то умный. Да, и мы сейчас полезли на маяк. Ну, честно, если бы дымовых шашек у меня не было, это было бы в разы сложнее. Ну, слава богу, я запасливый. Хай-лоу. Там внизу интересней. Ой, я тебя умоляю. Так. Катерина сглупила, отправив тебя сюда. А может, это ты глупец, раз готов умереть? А брат его где, подумай сам. За пару монет. Оно того стоило. Благодаря мне господин получит то, что хотел. Тогда умри. Гордость тебе не поможет. Покойся с миром. Спасибо, сеньор! Мне вот не нравится то, что он сказал. Есть у меня ощущение, что где-то сейчас трындец. Давайте мы их убьем. Я так круто еще никогда не спускался. Просто плашмя. Фью, вниз! Где задание? Пойдемте. Внутри хоть. Да. Ну как раз. У нас что? 8-10. Че, только знать, где вход ближайший? А где, кстати? А как раз правильно, чем веду. Туда.
Ага, и конечно, да, я мимо моста как обычно сам побежал. Ну ладно. А в следующей серии еще сундук упражнять ехать. А что-нибудь есть? Я нужно? Уверен, у меня есть то, что вам нужно. Так поржать. Да нет, ремонт мне пока не интересен. Доспехи у меня все, да? Оружие. Все. Я просто на всякий случай еще раз проверяю. Ну что ж, не все нашли нормально. Ничего подходящего. Ну, не тогда судьба. Прощайте. Я не понимаю, что здесь до сих пор вот эти солдаты делают, да? Я понимаю, что, видимо, разработчики об этом просто не подумали, но мне вот от этого не легче же. Так, картина. Где-то должны быть. На мои... Ну, здесь? В другой раз. Подходите, друзья! Сегодня у меня праздник! Вот почему у меня красным отображаются, да? Если по идее я только что спас для благородных детей ее, ну, детей их правительниц. Какая ловкость! Какого? Черт! Вот забавный спорт. Я специально воспоминания не видел. Я зайду. В следующей же серии зайду. У нас как раз серия допов. Мы допы с этого и начнем. А, нет, не с этого. Мы топы, наверное, начнем с поездки за землями. Что ты здесь делаешь? Прости, Эдзо. Мне так жаль. Что произошло? Это была уловка, чтобы застать нас врасплох. Как только ты ушел, они напали снова. Чекка Орси забрал яблоко. Что? Нет. Где он? Мы прогнали его отсюда. Но это этому правильно. Ублюдку удалось бежать в горы. Я иду. Найдите уничтожьте Чека Орси, чтобы добыть яблоко. Шах и мат. Да не вопрос. Друзья, у меня отличный товар. Все мои клиенты одеты по последнему ключу. Я уже что-то отпустите, я хороший человек. Плащ. Возможно, я уже видел его. Раздел уже меня оказаться в самой середине. Быстрее, он уходит! Экколо, быстрее, за ним! Я бы не советовал. А, бей, ублюдка! Приходи сзади! Вы конченые. Давай, залезай, Стронзо! Ты вот, ну господи, он такой тупой! Я попросил его залезть на лошадь, он вместо этого нассал в штаны просто. Да мне нассать просто, давай еще раз перезапускай, ну это бред. Что ты предпочитаешь? Я пробежал, попросил его залезть на лошадь, он говорит, да зачем, говорит, мне залезать на лошадь? Я, говорит, могу ее потрогать, говорит, ее причиндалы погладить и оббежать просто. Ну так же, говорит, хорошо бегать-то. Ты что, прикалываешься? То есть я должен был так как-то по крышам пробраться, да и видал, если нужно с этой крыши. Возможно, это он. Нужно рассмотреть его получше. В чем дело? Я не хочу участвовать в этом. Покажи! Ну и так сойдет. Игра кривая, но я ее перекривил в нужную себе. Итак, ты снова забрал наше сокровище. Неужели оно стоит стольких жизней? Такая ценная вещь надолго у тебя не задержится. Посмотрим. Посмотрим. Сколько зла порождает алчность. Покойся с миром. Ты вот серьезно? А посмотреть глазами, что чем в тебя тычут? Я
Да ну нафиг. Ты кто? Стой. Нет. Кто ты? Нет, мизинца. Стой. Не открывай. Эцио, слава богу, ты жив. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я не знаю. К счастью, один из моих солдат нашел тебя в горах, рядом с телом Чека Урси. Да, это я помню. Постой, там был третий. Он забрал яблоко. Кто? Он был в черном, будто монах. Кажется, без одного пальца. Да, Катерина, мне немедленно нужно идти. Хорошо. Держи, это тебе пригодится. Об этой карте говорил Никола, карта твоего мужа. Бывшего мужа, Мио Каро. Он клялся, что узнал, где находятся все страницы кодекса. Яблоко ты заберешь, а сокровищницу без карты не найти. Знаешь, неподалеку в низинах есть аббатство. Монахи там ходят в черном. Начни поиски оттуда. Давай иди. Разыщи этого чертова монаха. Кажется, я буду скучать по тебе, Катерина. Конечно, будешь. Получит у епископа полное отпущение грехов и множество духовных даров в будущем. Ну окей, все понятно. Осталось только две страницы оставшихся, у нас, по-моему, две осталось. Только она, походу, сама не знает, где это. Здесь нет. Ладно, на этом серию мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Лайкайте вот эту бороду, новую бородка наша. Все круто. Всем спасибо, увидимся в следующей серии. Всем пока.